Лето – это очень вкусный и спелый сезон. Поспевают очень ценные для северян овощные культуры и фрукты. Поставки в розничную торговлю осуществляются теперь не только с материка, медленно, но и растут и объемы местного сельхозпроизводства. Съемочная группа вечернего Магадана выехала на один из городских рынков и посетила уличную точку розничной торговли овощами и фруктами, чтобы сделать небольшой обзор предлагаемого ассортимента и цен. Да, очень даже довольна, потому что ассортимент очень богатый, очень все есть, но если бы еще цены поменьше были. Ну, а так все, тут все можно взять. Цены на овощную продукцию летом снижаются за счет относительно недорогих сезонных поставок, но магаданцы отмечают, что это не сильно заметно. При этом более дорогая продукция из Краснодара, по мнению колымчан, все-таки и более вкусная. Я живу здесь недалеко, и постоянно фрукты, овощи, всегда прихожу в этот магазин, покупаю. Вот сейчас купила виноград, персик, зелень, и всегда здесь можно выбрать на усмотрение. Качество всегда хорошее. Ну, цены, естественно, ну, магаданские цены. Естественно, на материке дешевле, а здесь подороже. Ну, что делать? Но все равно здесь, на этой точке, цены дешевле по сравнению с другими. Вот по городу. Здесь дешевле. И вот даже у меня сотрудники сюда приходят, и им здесь очень нравятся продавцы. Отношение очень доброе к людям.